Дорогие наши модницы, сейчас супер предложение. А все это потому, что вещи могут быть не только красивыми, но еще они могут быть для нас доктором. Мы представляем вашему вниманию майка Раума. Доктор, компания Доктор. Между прочим, целебные свойства у этой майки. Ну знаешь, ну не назову я это майкой. Это прям вот такой высококачественный свитер. Легкий, воздушный и очень красивый. Это точно, Оля, я с тобой согласна. Я давно использую вот этот секретик женский, когда не хочется надевать шубу, когда не хочется надевать пуховик, когда хочется, чтобы тебе даже в легкой верхней одежде было комфортно и тепло, самое главное. Я поясню, это майка выполнена из высококлассной элиты верблюжьей шерсти. Здесь 60% шерсти и 40% акрила. И мне, кстати, Оля, известна информация о том, что все люди, которые связаны с риском, у которых профессии, допустим, рисковые, это полицейские, это военные, это летчики, это сотрудники МЧС, да это просто охотники, рыбаки, те люди, которые часто гуляют с животными на улице. Вот знаете, что всем людям нужна эта майка, потому что она подарит вам ощущение, в первую очередь, комфортного сухого тепла. Юлианочка, я считаю, что такая майка нужна для каждого. Например, для моей мамы. Она очень мучается суставами. Дорогие Правда. Телезрительницы, это то, что я подарю своей сегодня маме после нашего эфира. Вы знаете, верблюжья шерсть обладает лечебным эффектом. Если вы страдаете от боли в суставах, это то, что вам нужно. Вы будете и красивы, и в то же время вы будете оздоровляться с этим великолепным предложением, которое мы сегодня вам представляем. Мы сейчас можем рассмотреть вот это плетение. А вот пока вот этот план присутствует, Оля, если ты позволишь, я попробую испортить эту майку. У меня достаточно острые ногти, и я попытаюсь здесь сделать зацепку, но у меня не получается, представляете? Этой майке все нипочем, даже мои ногти. Знаешь почему? Потому что это плетение особенное, которое здесь выполняется создателями бренда «Доктор». Я напоминаю, что эта майка может использоваться как женщинами, так и мужчинами. В принципе, у нас есть разные размеры, поэтому даже дети могут всегда ощущать на себе сухое тепло. Верно. Я просто поясню, в чем здесь фишка, вот, знаешь, так по-простому. Вообще, сухое тепло – это то, когда волос вот, верблюжьей шерсти внутри полый. Именно поэтому он обеспечивает нам необходимую термоизоляцию. Мы никогда не вспотеем и не замерзнем. Нам будет именно комфортно, потому что здесь терморегуляция, прежде всего, налицо. Если честно, эту майку можно даже назвать майкой из размера термобелья. Абсолютно с тобой соглашусь. Юлианочка, пожалуйста, будь поосторожнее, потому что я влюбляюсь в эту майку вновь и вновь. Обязательно приобрету ее не только для своей мамы, но и для своего папы. Вы посмотрите, какое качество превосходное. Я бы сейчас вам хотела это посмотреть. Вот действительно, вы даже можете посмотреть, что здесь проглядывает моя рука. Она, казалось бы, очень легкая, но в то же время весьма согревающая, с термоэффектом. Абсолютно верно, Юлиана, ты сказала, оздоровительный и согревающий эффект присутствует здесь. А также массажный эффект при помощи сухого тепла, да? Да, это точно. Между прочим, Оля, мне известна информация о том, что мы с тобой успешно уже эту майку нашим модницам предлагали, и она раскуплена была гигантским тиражом. И вот специально по просьбам наших зрительниц мы вернули эту майку. Я боюсь за мою майку. И она является бестселлером. Это то, что у вас пользуется невероятным спросом, поэтому вооружайтесь сейчас своим телефоном и звоните нам прямо сейчас, потому что количество ограничено. Вот смотрю я на нашу Любу, как она презентирована, рентабельно выглядит. Тут ей не стыдно будет раздеться, допустим, где-то на приеме у врача, допустим, или в фитнес-клубе. Она всегда будет чувствовать себя благородно и достойно. А ты обрати внимание на цену. Цена премьеры, дорогие наши модницы, 1450 рублей. Великолепная майка может стать вашей. Я и для себя приобрету эту майку, потому что я часто гуляю с детьми на улице. Вы знаете, так замерзаю, потому что мои детишки, ну такие сорванцы, вечно долго катаются на санках. А я промерзаю, ну пойдем домой, говорю я. Ничего себе. Нет, ни в какую. Потом прихожу, согреваюсь чаем горячей ванной. Но я же могу просто приобрести вот эту великолепную майку, которая будет меня оздоровлять и согревать своим теплом за счет этого великолепного состава. Еще раз напомню о нем вам, милые наши телезрители. Верблюжья шерсть. 60%. Вот такой вот согревающий лечебный эффект. Между прочим, вот такая майка продается в некоторых аптеках, но тем не менее она стоит там значительно дороже. Поэтому я предлагаю вам не переплачивать, знаете, что ничто
ничто не уступает верблюжьей шерсти по способности терморегуляции, той самой, за которую мы так обожаем этот бренд «Доктор». Не забывайте, что выглядит она презентабельно, но прежде всего дарит вам ощущение сухого, комфортного тепла. В ней никогда не будет жарко, в ней не будет холодно, в ней будет комфортно и тепло. Знаете, что все люди, которые часто бывают на улице, которые гуляют с собаками, с детьми, просто гуляют по лесу, допустим, на природе, знаете, вы никогда не замерзнете. Между прочим, верблюжья шерсть даже используется многими спортсменами, потому что вот знают люди еще с древних времен, что натуральная верблюжья шерсть не обрабатывается химикатами, а стало быть, никогда не вызовет аллергии. Мне, кстати, известна еще информация о том, что поскольку верблюды у нас растут и развиваются в особенных условиях, они обогащены особенными биологически активными веществами, вот их шерсть. И стало быть, вот эта майка еще нас оздоравливает. Ты знаешь, я еще знаю, что вот эта майка не впитывает лишнюю влагу, обладает термоэффектом. И, кстати, вот я не зря ее растягиваю постоянно. Вот я бы хотела, чтобы наша модель тоже показала, как она прекрасно тянется. И я просто примеряю уже, вот так вот примеряю на своего папу. Он у меня обладатель таких вот, ну, больших объемов. Да, он у меня 56 размера. Вы знаете, обязательно приобрету вот эту великолепную майку для своего папы, потому что он у меня живет за городом, очень любит зимой гулять по лесу с мамой. И вот это то, что я искала давно. Дорогие телезрители, это согреваться точно. Мои родители определенно будут. Потом еще раз хочу сказать, что у кого болят суставы, они в буквальном смысле слова проходят определенное лечение благодаря вот этому великолепному составу. Юлиана, расскажи еще раз, пожалуйста, про этот уникальный состав, который дорогие нас мои, лечит. Это точно, здесь можно рассказывать снова и снова, потому что мы с Олей обожаем верблюжью шерсть. Здесь эта майка на 60% состоит из верблюжьей шерсти, а на 40% из акрила. Именно поэтому она так здорово тянется. А я, между прочим, хочу вам прямо сейчас швы показать, что они плоские, что они никогда не будут впиваться в ваше тело. Мы же знаем, что эту майку вы будете надевать непосредственно таким образом, чтобы она максимально соприкасалась с вашей кожей. И вам не захочется испытать ничего негативного. Вот знаете, вот такие плоские швы, которые прошли особенную обработку, никогда не будут давить. Вам будет комфортно, тепло, сухо. Между прочим, эти швы еще повышают прочность модели. Знаете, что эта майка не на один сезон. Это майка вечная. Она не потеряет своих первозданных свойств лечебных. Даже после многочисленных стирок. Вот они, те самые швы. Я вам их демонстрирую. Они плоские, качественные. Какое качество? Здорово. Действительно, на лицо. Вы только посмотрите, дорогие телезрители. Я, например, очень удивлена. Такое качество. Лечебная майка может стать вашим прямо сейчас. Размеры от 42 до 62. Коричневый цвет. Превосходная цена. Премьера. Вы только посмотрите. Такие цены только на нашем телеканале Shop & Show. 1450 рублей. А я не зря засунула сюда руку. Вот хочу согреться. Вот действительно, мгновение, и я согреваюсь. Действительно, термоэффект здесь присутствует. Казалось бы, она прозрачная, легкая, но здесь эффект сухого тепла, который мгновенно согревает мою руку. Это просто потрясающе. Майка «Доктор». А знаешь почему, Оль, почему это потрясающе? Потому что все-таки бренд «Доктор» именно на этом белье и специализируется. Вот знаешь, как бывает, когда компания выбирает для себя вот такую узкую стезю, у нее все получается. Не забывайте, что эта вещь показана для использования как мужчинам, так и женщинам. Разные размеры от 42 до 62. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. С нами очень выгодно и приятно. Дорогие телезрители, будьте с нами.